Всем привет, друзья! Прилетели сегодня ночным рейсом в Мексику через Нидерланды и Канкун. Кстати, здесь вот по соседству живет семья из России. Тоже едут в Тихуана подавать на убежище. Большая семья, двое детей. Это, кстати, наш автомобиль. Вы наверняка видели его два года назад в обзорах по Мексике. Купили в лизинг на компанию с офисом в Мехико-Сити. Нашу мексиканскую компанию, которая помогает людям добраться до границы безопасно, легально. А это, кстати, дом, в котором находится квартира. Цена $18 за ночь, где останавливаются ребята из СНГ, которые приезжают для того, чтобы подать на политическое убежище в США. Такие вот дома в безопасном квартале города. Кстати, в Мексике особое внимание нужно уделять своей безопасности. Не заходить туда, где вас могут ограбить. Не провоцировать местных жителей на какие-то криминальные действия в вашу сторону. Так, друзья, садимся в машину, едем. Кстати, погода сегодня не очень хорошая. Ну, в общем, едем на границу, посмотрим, что там происходит. Итак, друзья, выдвигаемся на границу в Тихуана, посмотрим, что там в Сан-Исидро, в Эль-Чапарал, встретимся с Карлосом. Кстати, поездка на такси из центра города до границы обойдется вам $45-50. Вот, так что мы едем, смотрим, поехали. Более 1000 видеороликов. С 2016 года работает YouTube-канал. 40% материалов – это все, что связано с Мексикой. Репортажи, интервью из Мехико-Сити, из Мехикали, из Тихуана, из Хуареса, даже из Канкун, куда люди приезжали и приезжают на рейсах из Евросоюза. Естественно, люди хотят знать, как ехать, как воспользоваться транзитными аэропортами, какая виза нужна, например, в Германии или в Амстердаме, если вы летите через Нидерланды. То есть все это есть на YouTube-канале и будет добавляться. Вообще, подача на политическое убежище в Мексике – это ваше право, это действие, декларация о правах человека, который работает практически 50 лет. Кстати, здесь очень часто проходят всевозможные мероприятия, правозащитные организации, концерты, песни. Кто-то даже перепрыгивает через забор. Естественно, там их ловят пограничники. Но бывает такое, когда массовый переход, там 20, 30, 40 человек, пограничники не успевают отреагировать и ловят этих ребят где-то там, по дороге в Сан-Исидро, 2-3 километра по побережью. Так что не рекомендую прыгать через заборы. Итак, друзья, сегодня 21 апреля, очередь на 10 дней минимум. Вы будете жить в Тихуана, возле границы. Отель можно арендовать рядом за $50-60 в ночь. Если отъехать в Тихуана в город, в безопасный район, за $18-20 в ночь. Мы, кстати, делали обзоры. Эти обзоры можно посмотреть в нашем плейлисте. Цены вообще не изменились. Курс песо, мексиканского песо к доллару остался тем же, на том же самом уровне, что это было и год, и два, и три года назад. То есть с экономикой здесь все в порядке. Кстати, сразу прилетел вопрос по поводу того, как отметиться в очереди. Ребят, здесь находится женщина, мексиканка, у которой большой список, и который ведет этот список. Вы просто подходите и записываете свои данные, то есть свой номер паспорта и свою фамилию. Вот. Дальше каждый день приходите, отмечаетесь и, соответственно, поднимаетесь в очереди. Потом этот список переходит к пограничникам, потом вы подходите к пограничнику и говорите слово «asylum». Ну а дальше будет интервью. Если вы один, то иммиграционный дотейшн центр. Если вы с семьей, под поручительство вас отпускают. И дальше весь процесс вы будете проходить уже на свободе. Смотрите наши видео, смотрите видео из США. Несколько семей согласились посниматься для нас в Америке, рассказать свой путь, который они проходили в 2020 году в октябре. То есть все это можно будет увидеть и услышать. А мы едем дальше. Всем удачи, пока!